Все ж таки, немає нічого кращого, ніж крепкий сон на роботі. Тим більше, коли тобі сниться ціла купа грошей. Так, що тут у нас? Жирний клієнт? Здрасте. Ти що, Іванич? Ти знов когось зупинив? Якусь шишку? Чиновник чи бандит? Хоча яка різниця? Ти ж, господи. Ой, так, ступок, виручай свого напарника. Вельми поважний та високопоставлений ви наш. Я хочу вибачитися за свого напарника, за нас обох, за все ДАІ взагалом. Він не мав вас зупиняти. Він дурний, біс попутав. Він неопитний. І, щоб ви не сказали, я повністю на 100% з вами згоден. І щоб це якось вам доказати, я хочу вам передати оцей невеличкий презент. Будь ласка. Мені що, деньги даєте? Що, мало? Візьміть усі, беріть, будь ласочка. Це то вам. Якщо можна, вибачте, будь ласка. Той, якщо надо, я можу стеклечко помити. Ні, спасибо. Я можу їхати вже? То звісно ж, хто ж вас може зупинити? Ви ж хазяїн, а ми слуги. Гарної, ні, прекрасної вам дороги. Гладесенької, як яєчко. Щоб щастя було у вас, у ваших рідних, близьких, вашої собаки, кошечки, папуга, якщо є. Може, хомячок? Щасливо їм всім. Ти чого його відпустив? Все. Хорош, уніжатися. Я з ним все порішав. В смислі уніжатися? Та що, я не бачив, як ти тільки що перед ним на колінах стояв. Та ти що, у мене пуговиця за штанов упала, а без неї вони у мене спадають. Йо-майо, та я ж йому тільки що нашу виручку за весь день віддав. Ти швидко за ним в погоню! Ой, не спіши, у мене штани впадаються! Сідай за руль, я мене прав не маю! Блін, що ти? Уважаемые отдыхающие, в связи с участившимися несчастными случаями на воде, убедительная просьба за буйки не заплывать. Повторяю, граждане утопающие, граждане отдыхающие, убедительная просьба за буйки. Мужчина, я говорю, за буйки не заплываем, куда поплыли, Мужчина, вернитесь в акваторию, я к вам говорю, где буйки, а где вы? Не, ну ты посмотри на него, как об стенку горохом, а? Где хочу, там и плаваю. Офигел вообще, ты смотри. Слышь ты, толстолоб ты задунайский! А ну вылазь из воды быстро! Да пошел ты! Так, либо ты сюда с сомиком приплывешь, либо я туда поплыву и тебе лещей навешаю! Да пошли вы оба! Слышишь ты, камбала одноглазая, я сейчас туда зайду в воду, я тебя... Таких карасей полный садок навешаю! Зайди сначала! Ах ты ж падла такой! Сейчас я тебе! Ах ты выдра водоплавающая! Глухой что ли, а? Что я тебе сказал, выходи, значит выходи! Что делаем? Воспитываем! Сказал, выходи, значит выходи! Нет. Хватит! Хватит! Вы меня уже полчаса бьете. Я уже высох. Я больше никогда так не буду. Никогда! Громче! Никогда! Вот так. Хорош уже. Вон уже никто за быки не заплывает. Да судя по лицам окружающих, сегодня никто и в воду не зайдет. Ага. Так что нормально мы так рабочий день сократили. Что? Что? Сейчас мы тебя в полицию затащим! Мужики, а теперь как? Договаривались. С вас пиво. Идет? Конечно. Давай его для начала в кустах!
просто замесим. Ага, сейчас получит тренгеле. Ага. Сейчас я тебя натру, будешь как новенькая. Точно. Скажу, что ты новая, и больше заработаю на тебе. Блин, заработал. Здрасте. Здрасте. Скажите, мне нужен самый нерукожопый мастер этого СТО. Ну, сейчас из работников только я, поэтому будем считать, что я самый нерукожопый. Уверен? Это на запчасти. С чем приехали? Ни с чем, а с кем. Яночка, Ласточка, выйди из машины, пожалуйста. Блин! Какой крутой лофт! Такие фотки крутые получатся. А, так это не к нам. Это вам к доктору надо. К доктору уже обращались. Никто ничем помочь не может. Поэтому вся надежда только на вас. Понимаете, она недавно права получила. Представляю, как она их получала. Рот закрой. Она жена моя, между прочим. Просто заплатили. А, так проще, да. Так вот, она везде делает фоточки. Это я заметил. Круть! Класс! Сделаю здесь фотку и подпишу Яна и Яма. Надеюсь, там не глубоко. Нет. Так вот, на спидометр она не смотрит. В зеркала боковые она не смотрит. Она на дорогу смотрит только одним глазом. Вот смотри. Яночка. А? Представляете? Помогите мне как-нибудь. Ну, чем-то. Ладно, что-то придумаем. Ну, замечательно. Заранее спасибо. Да пока не за что. Яночка, пойдем на улицу, дорогая. Я там видел дерево. Очень красиво. Подпишешь фотографию дерева и дерева. Как у нее только рука не устает. Замечательно. Что сделали? Все сделали. Принимайте работу. Яна, присаживайтесь. За руль, Яночка. Так. Ну-ка. Обратите внимание, что она не будет смотреть сейчас на свой телефон. Как вам это удалось? Я примотал мобильные телефоны к зеркалу заднего вида, к боковым зеркалам, а также на спидометр, на коробку передач, на педаль. Теперь она туда будет смотреть постоянно. Супер! Сколько я вам должен? 5000. Легко. Долларов. Че так дорого? Ну как, последние айфоны... оригиналы. Ну, на китайское фуфло она вряд ли и повелась бы. Правильно? Ну, надеюсь, поможет. Ну, я тоже надеюсь. Яночка, заводи машину. Поехали. Алло, Викуська, привет, я... Ты чудила! Нахрена ты симки не вынул из телефонов? Я привык работу свою выполнять качественно. Я ж не какой-то там рукожопый. На троих. Алло. Я жду вас, где мы и договаривались. В парке на лавочке. Зачем мне махать руками, если вы меня и так узнаете? Вы меня ни с кем не спутаете. Да, вот вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по поводу сдачи квартиры. Да. Это очень хорошо бы вовремя, потому что моя квартирка, знаете, на расхват. Ну, да. Идемте смотреть. Да. Зачем нам еще куда-то идти, если вы уже пришли? Так, а где квартирка? Где? А где? Квартирка находится прямо тут. Вот она. Вот тебе и 2 минуты до метро. Видите, все понятно. Я не соврал. До свидания. Счастливо. Подождите, ну куда вы сразу уходите? Раз уж вы пришли,
то давайте я вам расскажу плюсы этой квартиры. Да какие плюсы? Вы еще скажите, что тут отопление есть. Да. Оно есть. Правда. Эта палатка расположена прямо над теплотрассой. Здесь проходят трубы, и зимой у вас будет как в Африке. Это проверено, да. Тем более трубы идут прямо к мэрии, и вам их не отключат никогда. Слушайте, я работаю айтишником, мне обязательно нужен интернет. Wi-Fi здесь есть? Есть, и причем бесплатный. Как это? Вот так это. Выбираете сеть, кафе «Ромашка», пароль 8 единичек. И пользуемся интернетом сколько захотим. Послушайте, а удобства тоже в кафе? Нет, зачем? Удобства непосредственно в палатке. Я же говорю, под землей находится теплотрасса. Поднимаете люк и... Вы что, идиот? И вот за вот это все вы хотите 5000 в месяц? Я понимаю, что это очень дешево и таких... Цен вы нигде не найдете, но вы мне очень нравитесь. Поэтому ладно, 4999. 4. Хорошо, 4. Хорошо. Если вы наставите 4750 и коммунальные. Да какие тут коммунальные? Хорошо, коммунальные я беру на себя. Отлично. Ты уверен? По рукам. Ну а что, ты хочешь с моими родителями жить? Но не переживай, мне скоро повышение дадут, и мы снимем с тобой деревянную беседку. Ой, так она стоит 8 тысяч. Ну, придется немножко поголодать. Ну. А давай лучше к моим родителям переедем. Нет, ни за что. Я прошу прощения, но здесь только за один месяц. Нет. А в объявлении четко сказано, что оплата за 2 месяца, за первый и за последний. Мне кажется, сейчас это будет действительно ваш последний месяц. Да, действительно. Ой. Все, я понял, что я имею дело с дипломатами. У вас случайно не было в роду евреев? Так я сейчас... Все, ухожу, ухожу. Что? Ну вот, наш первый дом. Ну, ныряй. Открывай. Оно же вытекает. Ай, не знаю, что ты дал. Сантехника вызывали? Да, здравствуйте, вы нам очень-очень нужны. Что, засор? Сейчас пробьем, все сделаем. Будет все в чистом, лучшем виде. И давайте только быстрее, у меня заказов куча. Понимаете, еще. У нас не засор. Что у вас? Стояк? Сделаем такой будет стояк, что ого-го-го. Да нет, со стояком у нас все нормально. Слава богу. У нас прорыв, понимаете? А, залепим, заклеим, зашкварим его так, что будет все в чистом виде. Да, но до того, как вы будете делать этот прорыв, нам нужно, чтобы вы кое-что надели на себя. Да я нормально, что одетый, чистая. Вам придется надеть еще вот это. Вот. Что это? Кляп. Вы таможня, извращенцы! Поймите, это в ваших же интересах. Конечно. Так, вы это, фильмов тут немецких насмотрелись и думаете, что все сантехники такие? Так вот, я не такой. Вы поймите, что в данном случае это просто необходимость. Понимаете, у нас прорыв не водопровода, а спиртопровода. Спиртопровода? Да, мы в Польшу спирт по трубам гоняем. Вот, 96%. Чистый, как слеза. Так вот, вызывали уже 5 сантехников, и все сволочи нажираются. Да. Так а мне это не надо? Я же не пьющий. Вообще. 5 сантехников, именно это нам и говорили. Да. Поэтому наденьте, так будет лучше. А дырочки там сквозные? Слава нет, богу. Нет, не сквозные. Нет. Ну давайте попробуем, что? Ну как там? Как так? Вот посмотри! Тихо, тихо. И этот нажрался! Слушай, как? Как они это делают? Не знаю. У него же кляп во рту! Вот как! Так, руки убрал! Стой, тихо, тихо, тихо! Ты понимаешь? Что нам теперь делать? Что делать? Следующая
вызывать. С двухстороннему кляп засовывать. Кляп и чоп. Правильно, еще и прищепку на нос, а то еще вынюхают его. Вот именно. Вызывай скорую, пусть забирает его. Пьянь. Отлично, хорошо. Здесь чуть-чуть послабее, вот так. Ну что ж, поздравляю, коллега, с успешным завершением операции. Да нет, спасибо вам огромное, без вас бы я этого не сделал. Я требую поднять зарплату врачам и учителям. Скажите, в этом состоянии бред это нормально? А, всем чиновникам я требую понизить зарплаты в 500 тысяч раз. Ничего страшного, сейчас бред пройдет. Сейчас выйдет наркоз и все станет. Это не мое, это вы не докажете. Это не мое, это... Нет, это не мои машины, и на них... Это тещи машины. Теща любит скорость. А, кстати, кем он работает? Ну вы что, это же зам-зама того. Кого того? Коллега, ну вы в нашем городе новый мост видели? Нет. Вот. А он зам-зама того, кто этот мост видел. Да и более того, тот, который убеждает нас всех в том, что он есть. Значит, я ответственно заявляю, все, что мы делаем для людей. Да-да-да-да-да-да. Мы знаем этих людей. Более того, мы их видим перед всеми выборами на бигбордах. О. Где? Вы в больнице, не волнуйтесь, в операционной, все в порядке. А как вы описали? Что за операция? Как же? Мы вам делали пластическую операцию. Вы же сдали всех своих подельников и всех своих начальников. Мы вам сделали пластическую операцию, чтобы вас просто не... Ну, понимаете. Что? Простите моего коллегу, он шутит. А вы бы так не шутили, а то еще инфаркт схватит. Все нормально, я проверил. Рефлексы есть, все отлично, значит, наркоз уже вышел. А я вспомнил. Вспомнили? Вспомнил, да. Вы мне делали операцию, ну, по это. Она прошла успешно, я вас поздравляю. Очень хорошо, это же получается, я теперь смогу в два раза больше брать, правильно? Ну, делиться с кем надо, конечно, тоже смогу. А еще смогу сразу в Верховной Раде 4 кнопки нажимать. А могли бы пошевелить ручкой? А какой? Да любой, в принципе. Да могу. Так, тут так, есть? Ладно. Чувствуете? Ага. Да, так, да, есть чувствительность? Хорошо, есть. Отлично. А? Все. Так, замечательно. Чувствую. Да. Слушайте, ну спасибо, да. Спасибо вам огромное. Ну, спасибо. Спасибо, как говорится, в халат не покладешь. А, понимаю. Вот, держите. Вот. Держите и еще раз спасибо. Вот, спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Слушайте, ну вы прям красавцы. Аплодисменты приготовились. Красавцы. Вы такие умнички. Да. Это что такое? Это порошок для белого. Стирать при низкой температуре. Это? Это пятновыводитель для цветных вещей. И для черного. Чего-то кусок. Я не помню, я учил. Тель для цветных вещей. Дальше. Это... Подожди. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А вы в пятнах разбираетесь? Ну, конечно, разбираемся. Мы же химчистка. Вы не могли бы сказать, где шлялся мой муж вчера ночью? А вы что, у него не можете спросить? Нет, я спросила. Он сказал, что он работал, а работает он на СТО, а мне кажется, что он шлялся с какой-то бабой. Вам не кажется, что вот это вино? Да ну что вы, это похоже на охлаждающую жидкость для машины, понимаете? У них такой вот аромат, как у вина, да, и цвет. Да, странно. Угу. А тогда вот это пятнышко, это что? Это вот по запаху виски, понюхайте. Зимний омыватель для стекол, да, у него такой аромат спирта. Спирта? Да. Угу. А вот это вот, что вот это вот за пятно? Вам не кажется, что это какой-то соус? Вы знаете, очень похоже, да. Да, пахнет как оно. Да, это бешамель. Ага. Он тут в соседнем ресторане продается. Рядышком тут, да? Да, Ларис, ты же его все время в доставке заказываешь.
Как интересно. Да это жидкость для мойки карбюратора. А такое вообще есть? Ты ничего не разбираешься в машинах. А вот это вот, не подскажете, что это за пятно на совести моего мужа? А? Ой, это же наша форма. Да? И бейджик, Ларис, это твой бейджик? Действительно? Подожди, это твой пиджак, что ли? Это я вчера заезжала на СТО, так сказать, повысить квалификацию свою, так сказать, узнать, где какие пятна, придумать, как что там вытирать, как с ними и бороться. И случайно, да, я так понимаю, оставили пиджачок в машине моего мужа, правильно? А, так он же, наверное... Я тебя сейчас устрою. Что? Чистку! Я тебя сейчас устрою! Девушка, держите себя в руках! Осторожнее, да это химия! Что вы... Какое устрою тебе? Хватит! Иди сюда, белобрысая! Дайте сюда! Скотина такая! Алло, полиция! 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 Я тебя вычищу всю твою душу! Я знаю, где ты работаешь! Я еще узнаю, где ты живешь, поняла? Здорово! Не туда попали. Что это было? Что? Ничего такого. Просто вчера заехала на СТО починить машину, она не заводилась. А потом завелась, а потом я завелась. А сейчас, сиплый, сейчас я тебя раскалю, как белка орех. Ага. Орехокол не вырос еще, понял? Гентяра. Вот козуху идешь, да? Иду. Ничего тебе не скажу, понял? В натуре. В натуре? Кум в прокуратуре, понял? Руки. Да пожалуйста, как два пальца на дактилоскопию, понял? Спасибочки, мне так даже как-то сподручнее, понял? И чё, бить что ли будешь? Да делать мне нечего, руки об тебя марать. Бить я её буду. У нас есть для этого специальный человек. Какой ещё специальный? Не пугай пуганого, слышь? Обесишься ты, потому что у тебя на меня вообще ничего нет, понял? С доказухой полная задница. Сейчас у тебя полная задница будет. О, у меня полная задница. Дежурный, задержанного Панова ко мне. Какого еще Панова задержанного? Ты что там задумал, ментяра? Вы можете мне объяснить, за что меня задержали? Для выяснения личности имеем право задерживать на 72 часа. Начальник, это что за пернатый с голубиной фермы? А это сиплый твой соперник в игре. В какой натуре игре? Кто быстрее? Кто быстрее что? Ну, либо ты чистосердечно оформляешь свои приключения на бумаге, либо он оформляет приключения на твое же. Ой, ролевые игры мне здесь нравятся. Начальник, ты заканчивай этот беспредел. Беспредел — это то, что ты грабанул трех почтальонов с пенсиями. Вот это беспредел. Значит так, если тебе дорога твой тыл, ты можешь все написать и просто сидеть на нарах. Либо еще долго никуда сесть не сможешь. Я не понял, игра началась или нет? Начальник, мне же минут 15 писать, ты че? Поэтому начинай прямо сейчас, потому что ему и 5 минут хватит. А мне хватит. Я тебе сейчас дам. Так в этом и суть игры. Что там надо писать-то, слышь, начальник? Все пиши, все. Ты позорный. Отлично. Чистосердечно имеем. Петренко. А давай в следующий раз ты будешь переодеваться вот в этого, а? Не-не-не, мне нельзя. Ты что? Меня на районе каждая бандитская собака знает. А я не хочу, чтобы про меня вот это на районе знали. Да ладно. Чего ты? Ты же у нас гроза района. Ha 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 ha.